В этом видео я создам загрузочную флешку с последней версией Windows 10 из образа ISO файла Windows 10 с помощью программы Windows 7 USB DVD Download Tool. Поехали! Так, вначале нам нужно установить программку Windows 7 USB DVD Download Tool. Запустим от имени администратора. Тут все просто. И сейчас она установится у нас. Вот она установилась. Windows 7. USB DVD Download Tool. И запускаем ее тоже от имени администратора. Программка не на русском, только на английском, поэтому я вот титры ставил на русском, чтобы было понятней. Вначале нужно найти нам ISO-образ Windows, Windows 10, который мы скачали. Он у меня находится на внешнем диске. Вот он Windows 10, а рядышком Windows 7. Вставляем Windows 10. Вот он появился. Выберите тип носителя. Выбираем USB. Шаг третий. Вставьте USB устройство. Вот он, наша флешка. Выбираем. Только непонятно, почему она здесь 4.3. Она не отформатирована еще. Она вообще-то 8. И начинаем копировать. Жмем. Соглашаемся, что оно должно, данные должны быть стерты. И все, начинается быстрое копирование. Благодаря моей силе воли и благодаря видеоредактору. Все. Вот это start over переводится как начать все сначала. Сюда жать не надо. А то вы можете испортить загрузочную флешку. Вот это запомните. Просто выключаете. И все. А теперь ее можно проверить. Вот он USB накопитель, значок загрузочный у него. И вот все установилось. И вот он. Файл запуска этого приложения. Все. Надеюсь, кому-то это видео будет полезно.